Радмир Мобайл КРМП Android до сих пор не вышел, то есть... Новое видео выходит каждый день в 20:00. И вполне возможно, что оно окажется опять-таки верным, потому что... Вполне возможно, что уже все, так знаете, более-менее готово. Просто остались какие-то разработки, видимо, временно прекращены, и непонятно, когда будет ОБТ, но все остальное его почему-то нету. Ты ждешь, ты надеешься, ты думаешь, вот, чуваки. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Помните, когда-то давно, когда я был еще маленьким, я рассказывал вам про Радмир Мобайл, Самп Андроид и КРМП, там вот эти вот все прочие вещи. Вы тогда еще смотрели, подписывались, говорили, вот, я жду. Потом заходили, говорили, блин, что еще не вышло. Потом заходили, говорили, о, так скоро уже выйдет. Там, знаете, Ковалевский все показывает. ЗДС расскажи, ЗДС покажи, что у них там вообще. Скоро ли ждать, не скоро ли ждать. Будет вообще, не будет. На что надеяться, на что уповать в самом деле. И я как такой человек, который постоянно освещает то, что меня просят мои дорогие и уважаемые подписчики, а также мои дорогие и многоуважаемые, я уже тут как бы извиняюсь, спонсоры, то я, разумеется, обо всем этом рассказывал. И в одном из своих вот тех видеороликов я сказал, что когда постятся скриншоты вот эти вот все из игры, и вообще хоть какой-то процесс, хоть какого-то вот этого дела, которое еще не вышло, которое только собирается выйти, и оно вот все, знаете, постится, это значит, что либо все уже завершено на 100% и какие-то вот отрывки там постятся, либо не сделано еще вообще нихуя, и они так чисто, знаете, как затравочку некую кинуть, вот это вот все там делают. И оказалось, что тут был верен второй вариант, потому что я-то как бы человек творческий, я понимаю, что, когда и зачем вообще все эти люди делают, как, для чего и зачем, и для чего и как. Радмир Мобайл КРМП Android до сих пор не вышел, то есть его еще, по-моему, летом там анонсировали, говорили, вот, он скоро выйдет, Ковалевский говорит, вот, мы там сделали то, сделали это, там, лок-скрин, потом там вот то, сё, пятое, десятое, мы все это сделали, у нас все хорошо, заходите, скоро сможете поиграть. И я, разумеется, на все это смотрел, я обо всем этом рассказывал, и вот сейчас уже ноябрь, то есть прошло, получается, ну, около полугода, да даже за ноябрь, я уверен, не выйдет, да даже за декабрь, вполне возможно, все это не выйдет, и уже пройдет уже действительно около полугода. Однако, есть вот некоторые предположения, которые я бы хотел, возможно, озвучить, и вполне возможно, что оно окажется опять-таки верным, потому что многие зашли на данный видеоролик, ведь я там написал дата выхода Радмир Мобайл, или там типа, когда уже выйдет Радмир Мобайл, или там что-то вот наподобие того, как недавно было у меня, допустим, с Бриллиант КРМП, который также все ждут, как вот этот весь порт Радмир РП на Android, чтобы все там, знаете, могли играть на парах, на уроках, на занятиях в зуме, на каких-то прочих вещах, чтобы люди могли поиграть, и вот так далее. Я на все это смотрел и говорил, мол, вполне возможно, что уже все, так знаете, более-менее готово, просто остались какие-то финальные штрихи, и их нужно сделать для того, чтобы, ну, разумеется, все это выпустить. Это, опять-таки, одна из версий, но более реально то, что чуваки делали, 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 в какой-то момент просто потеряли какое-то вдохновение и ушли в более такие, знаете, ну, надежные проекты, которые, типа, уже работают не один десяток лет, и, в общем-то, их лучше их продолжить разрабатывать, чем делать вот эти вот все Радмир КРМП, Android, все вот это вот прочее. Вполне возможно, что через какое-то время они ко всему этому вернутся. Но на данный момент разработка, видимо, временно прекращена, и непонятно, когда будет ОБТ, непонятно, был ли вообще ЗБТ, потому что я это не помню, и, ну, как-то все не особо хорошо, как вы понимаете. Ты за всем этим следишь, на все это смотришь, и получается так, что, ну, от Радмир КРМП вообще никаких вестей нету. Я постоянно захожу, постоянно листаю новостные издания, хочу посмотреть, мол, там вышло ли что-то, не вышло ли там что-то, что, ну вот покажите в самом деле, ну вот я хочу узнать просто, что там есть, чего там нету. И я листаю, постоянно думаю, Радмир, Радмир, где же он? Ну давай, пожалуйста, хоть какая-то новость, хоть что-то такое, знаете, маленькое. И вот интерьеры какие-то там с Радмир
РП, КРМП, Android, все прочее, они выходят. Какие-то еще прочие новости о Redmi КРМП, РП и так далее, они также выходят. Но все остальное, его почему-то нету. Ты ждешь, ты надеешься, ты думаешь, вот, чуваки, скоро выпустят, скоро они все сделают, скоро все будет круто, классно и вообще заебись, и мы уже все сможем поиграть. Ну кто все? Я-то, разумеется, не буду играть, я посмотрю, как люди играют на Ютубе и такой типа, ну да, но вот это вот круто, вот это вот классно, а все остальное, ну вот не особо, конечно же, хорошо. И вот так оно все и получится. И на данный момент чего-то конкретного сказать по поводу выхода вот этого всего Redmi RP KRMP на Android нельзя, потому что никто не знает вообще, что там происходит. То есть если только какой-то слив будет из команды вот этого всего проекта, из команды всех этих разработчиков, какой-то один чел, который такой, блять, да я заебался, я уже просто не могу, я каменщик, блять, я скриптер, блять, работаю 3 дня, пишу код, блять, нихуя не получается, одни какие-то баги, лаги, сука, фризы, гличи, спиды, блять, вылезают, я не знаю, что мне делать, и все, и так оно все и получается. Однако, ну, больше, наверное, сказать мне особо-таки нечего, но минуты на 2, на 3 я еще скажу, потому что Redmi RP, вот они в самом деле все это так анонсировали, обо всем этом так разговаривали, мол, вот оно выйдет, вот оно все будет, вот там все будет классно, вот все будет круто, и по итогу получается, что нихуя не выходит. Почему так получается? Ну, наверное, потому что всем похуй, да, типа, ну, там, выпустим потом, выпустим через день, через месяц, через год и так далее, и поэтому чуваки уже даже не ждут, чуваки, возможно, уже даже забыли, что должен выйти какой-то там порт, Redmi RP, КРМП, Android, GTA сам, все прочее, им уже это не важно. То есть, все, они смирились с тем, что особо сильно каких-то новостей нету, ну ладно, тогда просто поиграем на компьютерной версии Redmi RP, КРМП на Android, потому что все остальное, ну, его там, в общем-то, и нету, ну, я не знаю, как по-другому все это можно описать, просто вот его нету. То есть он разрабатывался, в какой-то момент чуваки такие, да нет, все, да мы устали все это разрабатывать, что-то непонятно, ничего не получается у нас, что-то мы сидим вот над всем этим кодом, думаем, что бы написать, что бы нарисовать, какие циферки, какие буковки там подрисовать, чтобы все заработало, и оно что-то ничего не работает, и мы сидим, думаем, блять, да что же сделать-то в самом деле. И по итогу не делают абсолютно точно ничего, ну ладно, в общем-то это их выбор, что сделать, что не сделать, потому что, ну, чуваки, вы сами должны все это прекрасно понимать, и чего-то конкретного по поводу всего этого сказать, ну, просто невозможно. И, ну, да. Ну, что еще можно сказать? Все, то есть, Redmi RP, Ковалевский и все остальные чуваки, они, видимо, подзабили на Redmi Mobile, Redmi Android и на все прочее. Если у вас есть другие версии вообще всех этих событий, если вы думаете как-то по-другому, нежели чем я, то, разумеется, все это вы можете написать в комментарии, ну я думаю, что вы не тупые, вы сами все это понимаете, все свои недовольства, все свои какие-то критики, все свои вот эти вот все прочие, кто критики, да блять, критик тут только я, все свои отзывы складывайте, в общем-то, туда вниз в комментарии. А я играл на проекте Arizona Rally Play Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, вы туда заходите, а там же, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал, там я флужу, там я выпускаю свои вот эти вот все посты. Там много еще чего происходит, поэтому заходите и никогда ничего не пропустите, вполне возможно. А может быть и пропустите, я, ну, ручаться за все это не могу. Всем спасибо и всем до свидания и пока.